В Ульяновске прошел второй всероссийский турнир по кудо. В искусстве реального боя соревновались больше 200 спортсменов из 17 регионов страны. Соревнования были посвящены памяти сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, который был сформирован 20 лет назад. Звание Героя России было присвоено 14 сотрудникам, в том числе и нашему земляку Дмитрию Александровичу Разумовскому. Перед спортивным состязанием в парке Маргелова прошла акция «Память героям». Участники акции высадили 104 дерева в память о погибших сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Сами соревнования проходили в ФОКе «Орион» и были поделены на 7 категорий у взрослых, 6 у юниоров и 11 у юношей. Большая часть внимания была отдана детям. Более 80% занимающихся кудо и анкобус – это именно дети. А боевые искусства – это те дисциплины, которые воспитывают уважение, патриотизм, силу духа, волю к победе. И самое главное – это дает то, что они дают возможность и навыки защитить себя, своих родных, близких. Ульяновские спортсмены выступили отлично. В копилку региона вошло 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых наград. Таким образом, Ульяновская область заняла первое общекомандное место в неофициальном зачете. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.